Творческую удачу испытал екатеринбуржец, сумевший снять своим автомобильным видеорегистратором момент обрушения производственной башни Екатеринбургского мукомольного завода. В минувшую субботу около часа дня автомобилист ехал по улице Гражданской в направлении Челюскинцев, как вдруг башня, стоявшая прямо у него по курсу, начала медленно падать в его направлении. Владимир, так зовут владельца этого видеорегистратора, ни слова не проронил при виде такого необычного зрелища, как будто 60-метровые башни каждый день валятся на его пути. А вот для жителей окрестных домов демонтаж последней секции зернохранилища оказался неожиданным. Подрыв бетонной башни произошел в час с минутами, а объявления, предупреждающие о готовящемся взрыве, были расклеены на подъезды только в субботний полдень. Мало того, что люди, не выходившие из подъездов, не успели закрыть форточки, так некоторые молодые мамаши попали под облако пыли прямо со своими колясками во время гуляния. Впрочем, никто при этом не пострадал. Напомним, демонтаж бывшего Екатеринбургского мукомольного завода, точнее часть его зданий, не имеющих исторической и архитектурной ценности, начался весной этого года с эффектного подрыва башен зернохранилища. Хотя заказчики демонтажа эту операцию подрывом не называли. По их словам, использовалась не взрывчатка, а так называемые газогенераторные патроны. В чем отличие, трудно сказать, ведь механизм взрыва – это, по сути, есть процесс газогенерации. Затем эстафету у взрывников приняла компания «Реформа», проводившая разбор конструкции с помощью уникальных высотных гидравлических ножниц. Этот процесс отнимает больше времени, зато позволяет расчищать площадку от мусора параллельно с демонтажом. Увиденное в Екатеринбурге вдохновило и владельцев Нижнетагильского мельзавода, которые изначально также планировали взрывать старые здания, а затем позвали екатеринбургцев. До ноября компания планирует справиться с огромной бетонной махиной. Ну, а история Екатеринбургского мельзавода на этом, похоже, закончилась. Владелец этой земли, компания УГМК, сохранила 3 старинных кирпичных здания, которые впоследствии должны будут быть вписаны в новый элитный жилой комплекс.